тьма открываются врата в другой мир. Сумасшедший писатель воссоздал этот мир и совершил путешествие по ту сторону жизни. 7 веков его книга хранила историю этого небывалого путешествия. Но настанет час, и отворятся врата. Старец Харон по реке смерти доставит вас в Лимб. Здесь начинается путь в преисподнюю. Лишь тот, кто пройдет через 9 кругов ада и заглянет в глаза тому, чье имя нельзя произносить, попадет в чистилище и поднимется по горе, ведущей в рай. Белый ангел Беатриче укажет нам путь. Меня зовут Вергилий. Я буду вашим проводником в другой мир. Время пришло. Надпись на вратах гласит: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Пиратская станция. Инферно. Moscow, how are you doing? Меня зовут Джон Би. Давай!
Good evening, Pirate Station! Привет, привет, пиратская станция! I've been practicing that all day. It's great to be back in Moscow. Thank you! Thank you.
Everybody heads in the Air Pirate Station domain! Здесь это пиратская станция, прямая трансляция со Stadium Live Москва. Мы на частоте вещания Радио Рекорд. У нас первый интервьюер, только что выступивший Алексей Ней. По-моему, отличный был сет. Леш, привет. Всем привет, друзья. Спасибо. Спасибо за поддержку. Был очень рад отыграть на этом мероприятии. А какие у тебя вообще ощущения по сравнению, если сравнить пиратскую станцию Москва и Санкт-Петербург? Где было интереснее? Ну или, может быть, где энергетика пожарче? На самом деле, в силу того, что я играл на пиратской станции вообще первый раз, в принципе, в своей жизни в Петербурге, наверное, я скажу, что энергетика была для меня лично более сильная, но, в принципе, на самом деле, по ощущениям, то же самое, как бы отличное мероприятие. Ну да, то есть уже целый зал людей, в принципе, все реагируют очень благодарно, поэтому я думаю, что так или иначе... Да, как раз сейчас с Mind Vortex обсудили то, что люди просто не могут даже танцевать, настолько плотный, вообще плотный зал. Вот-вот, так что всем остается только покачивать козырьками или просто головами, если они у вас не прикрыты кепками, в такт музыки, хлопать в ладоши, в общем, как-то выражать себя. Друзья, на танцполе жара, с нами был Иней, ну а я с вами еще буду. Всем пока!
sends my love to Mother Russia. Together, everybody, make some noise, Moscow! We are live right now on the radio records all across Russia. And at some point later in the future on johnbpodcast.com. We're in Moscow. Some massive arena, hands in the air. Drum and bass all night. We'll be right back.
New drum and bass from Russian artists. The song before was from Kazan, it was Gomorozov. And this is Metatronics. Yeah.
This is a brand new song of mine. I think this is the first time played in Moscow. This is John B, and this is coming out on Metalheads. Going back to the old style and some serious bass. I hope you like it. What's up, Moscow?
Yes, Massive Гвоздь здесь. Это прямая трансляция пиратской станции Pirate Station Inferno со Stadium Live в Москве. Продолжаю брать небольшие интервью и спрашивать впечатления у участников сегодняшнего фестиваля. Встречайте Mind Vortex. Hi, man. Good to meet you. Yeah, nice to meet you too. Хочу тебя спросить буквально парочку вопросов, как и каждого сегодняшнего участника. И первый, в частности, относительно вчерашней маленькой пиратской станции в Сургуте и сегодняшней большой пиратской станции в Москве. Сравни, пожалуйста, ну, скажем, свои впечатления, расскажи немножко об этом. So Surgut yesterday was amazing. It's like there's about 1,200 people there. It's like a very small pirate station, and it was amazing. I get to Moscow, and there's 10,000 people outside going absolutely mental to John B. So I can't wait to get on stage and play my new music. Yeah. Ну, я думаю, ребята, вы все прекрасно поняли. Вчера в Сургуте было раз в 10 меньше народа, чем здесь, в Москве. И, соответственно, какие впечатления можно получить от более маленького зала и от более большого? Думаю, вы примерно чувствуете. Тем более, если смотрите сейчас прямую трансляцию либо на сайте Radio Record, www.radiorecord.ru, либо в группе Radio Record ВКонтакте. Ну и второй вопрос, the second question, about your future plans, about your future releases, о той музыке, yeah, которую ты будешь выпускать в будущем. Yeah, we have an EP about to drop. It's called Colors EP, and it's coming out on the 24th of November. It features four tracks, a wide variety of all the tunes we love to make. On RAM. On RAM Records, yeah. And that's the 24th of November. Make sure you all go and grab yourselves a copy. Ну, друзья, вот держитесь, на самом деле. 24 ноября выходит эпишка у Mind Vortex на RAM Recordings, так что готовьтесь сграбить свою копию этого релиза, не пропустите его. Спасибо. Thanks, man. Спасибо. Спасибо тебе. Что, друзья, мы услышимся вскоре на пиратской станции. Это прямая трансляция на Radio Record. Moscow, how are you doing? Как дела, Москва? Отлично, хорошо.
See, I've got to ask you some questions. Everybody knows why you were there. You tied up with the same key back in 1963. And everybody knows why you might lie, living on the dark side. Past is but another lie. One more song, and this is a brand new song, Shazzbox, John B. Check it out. Thank you very much, everybody. Respect. You guys ready? I'm gonna let this play out.
Москва, давай! Давай! Спасибо большое! До свидания! Thank you very much!